веревочка. Такой домашний тренажер. Если что рассказывать, надо показать, что из него можно делать. Самое главное, самое первое для растяжки. Носки вообще, да? Самое интересное, да, это растяжные все ее особенности. Плюс из нее же, из растяжки можно там выходить на боевку. О, все хрустит. Это держимся, подстраховочки. Вытянули, покрутили. Также на эту ногу. Допустим. Вот эти. Она, конечно, волосатость такая, ну ладно. Ноги так, сяк-сяк. Но это не самое интересное, это потом все по ходу пьесы у людей вспоминаются. Вот такие вот штуки все. Чуешь, да? С чем это? Чик. Светит. Ладно. Если брать же опять ноги, пока переходим с растяжку ног на силовуху, то здесь натягиваем, я подтягиваю, отводим в сторону, создаю именно удар ногой. Надо подстраховаться, переживая, например, да, что завалюсь, ногу просунул и поехал. Как бы тело же привыкает все равно. Это чтобы ты потом смогла объяснить. Тело же привыкает, и поэтому чисто на физиологии потом можно будет выйти одной ногой, другой ногой, потом третьей ногой. Но со спины уже по-другому. Поэтому здесь вот так. Например, раз. Такого плана. Я закидываю ногу что-то вроде с блока под хлёст и ногой делаю толчок. Получается вот такое вот действие. И вот этот язык оттренировывается. Плюс ногами зацеп в толчки передние, задние, боковые и любые другие. Сейчас переходим на растягивание, растяжку рук. Держаться здесь можно. Здесь можно, в узелки можно. На физические такие упражнения, физкультурные, на разрыв анкера в стену. Покажи, пожалуйста, там. Да. Я начинаю просто рвать. Вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Провожу действие. Например, да, вот имитация захвата. Подхватил, на себя раз потянул. Подхватил, потянул. Интересно еще такая мероприятие для пальцев, именно для кистей. Так, взял пальцами и начинаю такая айкидошная тематика, когда за кисти держишь, чтобы не дать возможность совершить прием, мне надо очень четко держаться, как бы двигать тазом, да, создавать неудобства. Это секрет такой, неудобство для оппонента. Поэтому здесь как могу тренировать. Сделал определенный узелок, да, любых, может быть, габаритов. Прихватил и начинаю имитацию, что это рука, пальцы человека. Начинаю
выкручивать. То есть что-то вроде игры. Трудно. Как бы все может показаться сначала, что это все легко и просто. На самом деле это очень, очень трудно. Ну и что? Еще, конечно, ну и что? Самое главное, физкультурные все действия. То есть это приседания, отжимания. Что? Начнем с чего? Например, подтягивание. История такая, история. Это летопись. Летопись этой веревки такова, что в свое время мне было очень трудно двигаться. И, возможно, это спасло жизнь. И не только мне. Допустим, я открыл глазище с утра. Бах! Зацепился, сбодунело, как многие друзья. С Нового года. Поехал, взялся, да? И начал чик. Ой. И начал подтягиваться. Разные положения ног. Разные положения рук. Да, там подтягивался, да, но идеально лучше брать и начинать вот так. Поделали, да? Встали. И теперь как массажик. Брюшины с утреца-то надо все утоптать, чтобы день легкий был. Начинаю отжиматься, как на брусьях. Как на кольцах. Весело. И теперь упражнений вообще тысячи разных видов. И теперь волшебное отжимание. Если комплекс довести до логического конца, то вот такие можно вещи делать. Я думаю, надо ответить.